Цапли, грабли и так далее. Ценные указания цаплям. Как управлять дирижаблем? Что касается дирижабля, то если ты цапля и устроилась на тучке слегка впереди, то можешь ему дирижировать граблей или саблей. Или, может, другой цаплей, чтобы он не сбился с пути. Особенно если еще 3-4 цапли путешествуют верхом на дирижабле. Надоели дирижабли! Надоели дирижабли! Чё, надоело? Мы устали! Не хочу! Полетели на юг! Все на правый борт! Сбросить баланс! Караул! 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 Дирижабли! Мы и так видим! Жалко дирижабли! Давайте поднимать! Такая! Не трогай! Не трогай! Плохо! Не лезь! С другой стороны! Вы сами не знаете, получается, что хотите! Отлети! Давайте с саблями! Да, сабли! Хватай сабли! Хватай сабли! И раз, и два, и раз, и два, и раз! Опять не получилось. А может, граблями? Хватай грабли! Хватай грабли! Грабли! Отстаньте от меня! Мне все равно! И раз, и два! Больше не хочу. Опять не получилось. Или может, другую цаплей? Хватайте цапли! Хватай цаплю! Хватайте цапли! Держи цаплю! Держи цаплю! Машем! И раз, и два! И раз, и два! И раз! Thank you.